27 января состоялось пленарное заседание 41-й сессии Измаильского горсовета. Главными вопросами, вынесенными в повестку дня, стали бюджетные. Открывая пленарное заседание, измаильский городской голова Андрей Абрамченко внес предложение о голосовании в поименном режиме. Депутаты единогласно проголосовали за это предложение. Несмотря на бюджетную направленность сессии, работу начали с обсуждения вопроса об обращении Измаильского городского совета к президенту Украины по поводу последних событий в Украине. С проектом текста обращения присутствующих ознакомил мэр. Голосование за его утверждение было в основном единодушным. Далее депутаты перешли к рассмотрению вопроса о бюджете города Измаила на 2014 год. Перед обсуждением проекта главного финансового документа Измаила Андрей Абрамченко прокомментировал его главные показатели. Затем прошла процедура голосования, которая на этот раз была единодушной. Итак, за неделю до окончания января Измаил получил бюджет на 2014 год. Его доходная часть составляет 338,3 миллиона гривен. Это больше, чем в прошлом году. В ней учтена дотация выравнивания, которую город в этом году получит из государственного бюджета. Ее размер в 2014 году возрастет до 79,4 миллиона гривен. В прошлом году он составлял 57,3 миллиона. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер».